Всем привет, дорогие друзья, и это снова Любопытный Геймер. Я продолжаю играть в игру под названием War. И мы все еще выполняем отдельные побочные задания. Ну, похоже, я опять набрел на какую-то хижину, которую я могу обчистить. Еще что-то. Ножницы. Кошелек. Все. Теперь мы богаты. Иди в пень. Да, более приемлемо. Так, вот этот вот уголок мне нравится. Где тут мои мокрые стрелы? Еще собаки мне тут не хватало. Так, я вижу, куда мне в принципе надо-то. Решетка на окне. Блин, сколько вас тут, а? Почему у вас не может быть мало? Почему у вас, черт возьми, не может быть чуть-чуть? Спалюсь ведь. Да что ж такое? Все время случайно вылезаю на свет. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Это точно. Кофейку бы сейчас неплохо было бы тяпнуть. Надо выпить. Ну вот, это сомнительное предложение. Мы верим в... Смотри, кажется, я видел движение. Не-не-не, тебе показалось. Собака разбрехалась. Так, ну чё, бучу поднимешь? Ты что, тело даже не заметишь? Уйди, проклятый. Так, ну хорошо.
Одного мы отрубили. Второй-то где? Вот он. Жутко устал. До свидания. Ты же жутко устал. Жрать хочу. Вот и отдыхай. Так. По-моему, мне сюда. Или нет? Ну же. А, нет. Какой-то замок. А это уже, в принципе, может служить каким-то подспорьем. Нет, стойте, это переход на другую локацию. Наверное, все-таки придется ползти. Больно. О. Аккуратненько. Чёртовы зубы Рорка. Вам не нужны эти чашечки? Не возражайте, если их тисну. Шея затекла. Довольно странно. Не обращай на меня внимания. Собачонок. Че ты размучался-то? Что дальше? Так. Вот. Нашел. Возможность. Отлично. Рычи, рычи. Можешь даже погавкать, теперь мне уже пофиг. Поскольку я уже подобрался вплотную к разгадыванию нашей маленькой тайны. А черт, нет. Совсем и не подобрался. Чудно.
как же мне до тебя... О! Очень интересно. Чёртовы зубы, Ротка! Оп, 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 оп. Куда там пошел-то? Вот и правильно. Туда и иди. Так, смотрел ли я там? Не знаю, где ты смотрел. У нас здесь опасный нарушитель. Кто опасный нарушитель? Думаю, что это помешает мне найти. Я не нарушитель вообще. Ку-ку. Кольцо. Но больше-то ничего. Ладно, ладно. Залезть туда как? Ага, понятно. Так, ну. Чудесно. Снова сработало нормально. И это просто восхитительно. Так, а мы еще здесь не были? Все-таки вот эти вот маленькие задания, они очень интересны. Потому что фактически являются такими головоломками. Помимо того, что это стелс, надо прятаться. Так. Что у нас здесь? Приказы капитана. Приказы, так приказы. Чёртовы зубы, Рот. Один все-таки остался со своими собачками. Оп, стрелы. Вообще замечательно. Особо сейчас не пользуюсь ни... ни маком, ни едой. Просто не очень хочется тратить это дело на побочные миссии. Выходит, все-таки не так уж много всего это собирается. Опачки. Здесь надо поаккуратнее. О, первый. А, всего один. Скорее бы все это закончилось. Ух ты. Кажется, белый парус на черном рынке. Если ваш груз считается в городе контрабандой, это говорит о многом. Там у нас в документах. Так, иллирийские предметы роскоши, контрабанда, зерно. 139-145, доставленное Олдол по приказу администрации барона Нордквиста. Хорошо. Доставлены, так доставлены. Так, что у нас еще?
Так, 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 так. О! Пропавший поэт. Самый известный поэт в городе подцепил мрак и исчез. Он всегда был депрессивным ублюдком, но его поэмы стоят больше моего веса в золоте. Про него говорили, что он работает над последним шедевром, и я хочу его. Для комфорт. Да, в ее коллекцию. Окей. Будем следить. Слезь ты с этой веревки. Вот пристал к веревке несчастный. Ё-моё. Крысы его сожрут. Прикосновение. Спасибо. Здесь раненый. Стража! Не кипишуй. Не кипишуй. Погодите-ка. Мне не сюда, мне сюда вот. И вот сюда. О, как раз. Куда же я перебрался? Оп, да, все правильно. Хо-хо-хо-хо. Давай, 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 давай. Вскрывай. Где там наш поэт? Чего он там нам оставил? В наследство. Условно. Что? Сплошные книги. Беда. Опачки. Не знаю, написал ли он это до или после того, как подцепил мрак. Что ж там такое собрал? Вторая часть поэмы. Падая с обрыва в пропасть преданных надежд, оседая в складках ткани тлеющих одежд. Надежд, одежд. Ну да. Гениальная рифма. Главное, редкая. Так, ладно. А это еще что за хренотень? Вроде-то особо никого нет. Ку-ку. Интересно, зачем ему стрелы в шкатулочке? О, ку-ку. Рогатый какая мужик. Прелесть. О, пятая часть. О, их тут дофигищи. Я чувствую, что прям как будто в Слендер играю. Листочки с записками штудирую. Нет? Я уж думал, может быть, она здесь найдется. Было бы забавно. Крыса. Э.
Ага. Четвертое. Так, ну а что еще осталось-то? Вроде же все обыскал. А. Третье. Вторая, третья, четвертая, пятая. А где же первая? Она. Вот это лампа. Хм. Странное дело. Где же найти первую часть поэмы? Нет. Ну, конечно, не на книжной же полке ее искать. Надо искать в каком-нибудь захудалом закутке. Здесь, например, нет. Я, конечно, посмел ударить музыкальный инструмент, но может здесь она должна была быть? Нет. Кто сказал Кар? Ну, здесь-то я уже был. Хм. Странное дело. Где пятый кусок? А ведь наверняка лежит на самом видном месте. Не знаю, может, он как хотел его сжечь. Что вообще можно сжечь в таком камине? Глубиной полкирпича. Хм. Беда, печаль. Какие отчаянно крутые плоды. Где же ты, где? Ну где же ты? Стоп. Ах ты, падла, а! Надо же было так ее забросить. Темная вена.
Знакомое название. Это одна из подземных рек. Так, а что там такое? Тени льнут к неторным тропам, канувшим в траве. В брызгах падающих стекол, ломанной канве. Падая с обрыва в пропасть преданных надежд, оседая в кладках ткани тлеющих одежд. Тени плещут в тишине, гремя, как груш скупца. Кривляются в агонии, как маска мертвеца. Пройди неведомым путем, где сны идут дождем, по сонным тропам бытия, где без любви мы ждем. Тут все разбито, все течет обратно в пену дней. Закрыты ставни, кончен бал, и нет в ночи огней. Так, ладненько. С этим тоже разобрались. Я думаю, пора что ли навестить наших друзей в этом замечательном питейном заведении, где они коротают время. Карта, карта. А тут что? Да? Далеко ли? А, это мне на другую сторону. Пожалуй, что нет. Лучше уж вернуться к нашим баранам. Только здесь что, никак не пройти, что ли? Ну, беда. Ну, ёлки-палки. А, нет, вот вроде есть. Какой-то путь, нет? Или... Ух ты! А здесь я не был. Зря не был. Так, ну не был-то, допустим, зря. А толку-то от того, что я здесь побывал? Никакого. Может, думал, я что-то голову пнул. Надо же. Тут еще какой-то секретный закуток. И все собирают я там какую-то фигню. Так что... Ладно. А нет, стоп. Вот сюда мне. Угу. Что там вас откачали, ребят? Ладно, раз откачали, пойдем. Мне как раз туда-туда. У нас же вроде одна карта, а перехода на... Части локации все-таки сделаны с подзагрузкой. Так, ну что, здорово, я снова здесь. Здесь все.
Никита, Стас, Турбо, идешь у метелки. Ну иди, мужик. Куда-нибудь. Да нет здесь никого. Вообще никого. Очень везучий гад. Это просто про меня. Да? Хочу зайти. И зайду. Прости, Гаррет. Вообще никакой работы. Что? А деньги ты мне за выполненную не собираешься отдать? Вот хам. Вот хам. Кошмар. Если ты покупаешь, я продаю. Ну ладно. Ладно, ладно. Ну и на этом мы тогда серию завершим. Ждите продолжения, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Любопытный Геймер. Всем пока.